Но я хотел бы кое-что добавить. Я хотел бы предположить, что заниматься богословием очень практично. Это не какая-то абстрактная гимнастика для ума, которая, быть может, уместна для тех, кто получает зарплату за то, что преподает богословие, как я, например, а больше никому этого делать не надо. Но почему кто-то, кто не является богословом-систематиком, нуждается в богословии? Но нам всем оно нужно, и вот по какой причине. То, как человек мыслит и рассуждает, в конце концов будет определять его поступки. И я понимаю, что есть моменты, когда мы что-то делаем неосознанно. К примеру, можем отреагировать на какую-то ситуацию, не обдумав. Но в большинстве случаев то, что мы решаем сделать, то, что мы избираем, во многом определяется тем, как мы мыслим. Конечно, мы будем ожидать, что поступки будут отличаться у двоих людей, один из которых потратил все свое время на то, чтобы выучить наизусть тексты 20 песен, находящихся на вершине хит-парадов, а другой, в противоположность первому, большую часть своего времени тратит на то, что учит наизусть тексты Писания. Но вы можете сказать, ну, они оба похожи в том, что любят учить что-то наизусть, а то, что они выучивают наизусть, совсем не влияет на их поступки. Но я думаю, рассуждать так наивно. Мы должны понимать взаимосвязь мышления и поступков. Если вы заполняете свой разум чем-то мирским, что бы это ни было, может быть, даже что-то хорошее, ваши мысли и ваши поступки будут существенно отличаться от мыслей и поступков, которые имели бы место, если бы вы заполняли свой разум Словом Божьим и истиной Писания. Поэтому, если мысли определяют поступки, то поэтому мне представляется, что нам нужно научиться правильно мыслить. Поэтому нам нужно помочь людям научиться мыслить правильно, чтобы они жили правильно. Во всяком случае, такая цель. Но, как мы уже сказали, истина Божьего Слова не представлена так же структурирована, как систематическое богословие. Истина Божьего Слова разбросана по всей Библии, и поэтому нам нужно создать систему. И все, что я говорю, класс, в итоге может быть сведено к следующему. Если вы несете какое-то служение, то больше всего вы стремитесь и надеетесь, может быть, это не единственное ваше ожидание, но однозначно этого вы ожидаете, то, что поведение тех людей, которым вы несете служение, изменится. Вы хотите, чтобы жизни людей менялись, и неважно, насколько они благочестивы, вы ожидаете, что в результате вашего служения они будут любить Бога еще сильнее и Его Слово еще больше, что они смогут преодолевать искушения, что они смогут более стойко переносить трудности, чем им это удавалось ранее. Но если вы хотите увидеть такие изменения в людях, которым вы несете служение, и если вы хотите увидеть такие изменения в собственной жизни, то каков наилучший путь достижения этой цели? Подключить электроды к каждому из них, и всякий раз, когда они будут делать что-то, что противоречит Писанию, посылать им электрический сигнал? Нет, у кого найдется на все это время, и ноу-хау современных технологических достижений это не позволяют делать. Это не тот путь, которым следует идти.
Что ж, может быть, тогда вовлечь всех во что-то, что будет наподобие трансцендентной медитации, и ждать некого просветления, очистить свой разум от всех неверных мыслей, и надеяться, что верные идеи посетят их разум, и они начнут поступать правильно. Я думаю, мы все понимаем, что такого не произойдет. Но даже если такое и произойдет, то это лишь подтверждает ту мысль, которую я хочу донести. То, о чем люди думают, влияет на их поступки. Поэтому, если вы хотите, чтобы те люди, которым вы несете служение, поступали согласно повелениям Божьего Слова, то нам нужно объяснить им, что же говорит Бог о себе, о нашем состоянии, о том, как спастись. И это означает, что нам нужно заниматься богословием, потому что то, что Бог сказал по этим темам, вы не найдете только лишь в какой-то отдельной книге Писания. Эти истины находятся во всем Писании. Вот, к примеру, несколько текстов Писания, которые, хотя и не точно указывают на ту мысль, о которой я сейчас говорю, тем не менее, они помогают проиллюстрировать эту мысль. Вот, к примеру, притчи, 27 глава, 19 стих, мы читаем, что то, что человек думает в своем сердце, определяет то, кем он является. То, о чем вы думаете, будет определять то, кем вы являетесь, а также и то, что вы делаете. Есть одно такое древнее высказывание, что посеешь, то пожнешь. Посеешь доброе, посеешь Божье Слово, то тогда и результат будет соответствующий. Я не хочу сказать о том, что каждый, кто читает и заучивает наизусть Писание, гарантированно будет поступать правильно. Наша воля должна смириться под действием Духа Святого и быть послушной. Но если мы даже не знаем истину Божьего Слова, истину систематического богословия, то нам будет очень сложно делать то, что ожидает от нас Господь. В Новом Завете есть текст, который имеет отношение к тому, о чем мы говорим. Это Филиппийцам 4 глава, 8 и 9 стих. Это последняя глава послания Павла. И он пишет: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, о том помышляйте. И чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте». Я думаю, совсем не случайно этот стих написан в таком порядке. Павел мог начать так: «Посему, что вы видели во мне, то исполняйте. А также, если есть что-то хорошее, доброе, чистое, достославное, то также можете думать и об этом». Нет, совсем наоборот. Сознательно или подсознательно, но Павел показывает взаимосвязь между тем, что мы думаем, и тем, что мы делаем. И я думаю, вполне ясно, что этот стих показывает эту взаимосвязь. И здесь мы также видим взаимосвязь с примером, благочестивым примером других христиан. И Павел пишет: «Что вы видели во мне, то исполняйте». Но, Павел, должен ли я исполнять то, что видел в тебе, если я видел в тебе то, что недостославно, что нечисто, что несправедливо, что нечестно? Нет, нет, нет. Павел хочет, чтобы мы осознали, что есть честно, что есть чисто, что есть достославно. И следовали его примеру, и я уверен, что он имел в виду, чтобы они следовали его примеру в том, в чем он был честен, достославен, чист и справедлив. Что ж, есть еще один текст в Писании, который мы не раз еще будем читать, если Бог позволит, может быть, сегодня, в конце лекции или завтра утром. Это второе послание к Тимофею, 3 глава, стихи с 16 по 17. Однако в большинстве случаев, когда упоминается этот текст,
то особое ударение делается на 16 стих. Все Писание Боговдухновенно. Но стих, предложение на этом не заканчивается. Далее говорится, что оно также полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Но и на этом предложение не оканчивается. В 17 стихе мы читаем, «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Ко всякому доброму делу. То есть здесь Павел говорит, что Писание обладает некоторыми свойствами. И в результате того, что Писание обладает этими свойствами, что оно Богодухновенно, то оно полезно для очень многого, для наставления, обличения, исправления, научения в праведности. И если вы все это будете делать, а вам следует это делать, то главная цель, почему мы используем Писание, это чтобы Божий человек был хорошим мыслителем. Что ж, неплохо бы, но это не главная цель. Но чтобы Божий человек был совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Это один из основных, фундаментальных текстов Писания. И здесь говорится не только о природе Писания, но также и о том, как нам следует его применять, и о той цели, для которой Бог предназначил Писание. И что это за цель? Чтобы мы приняли истину, знали истину и поступали по истине. Вы скажете про себя, «Все это здорово, но почему на основании этого я должен заниматься богословием?» Что ж, необходимо заниматься богословием, потому что истина по какой-то теме не записана вся в одном месте. Она разбросана по всему Писанию. И здесь Павел пишет, для чего полезно Писание для наставления, обличение, научение в праведности. И опять же, вы не найдете все, что говорит Писание, в одном тексте. Поэтому надо рассмотреть, что оно говорит в разных текстах, сопоставить это все вместе, и тогда мы поймем, что от нас ожидает Бог, как нам следует жить. Но есть еще один практичный момент, на который я хотел бы указать. И он достаточно прост. Если вы несете какое-то служение, особенно если это пасторское служение, то вам не удастся избежать занятия систематическим богословием. И вы, может быть, думаете про себя, но почему же так? Вот первый раз, когда кто-то подходит к вам и говорит, «Знаете, пастор, у меня есть друзья, и каждый из них уже по разу был женат. Затем они развелись, потом встретили друг друга. И теперь они хотят жениться. Они из католической церкви, и католический священник отказался их сочитывать. А вы бы не стали бы их венчать в церкви? Как вы думаете, есть основания для развода? Но как же христианин должен думать по поводу повторного брака и развода? И я уверен, что многие из вас, если не все, сталкивались с таким вопросом, или, по крайней мере, думали об этом. Что ж, вам нужно будет определиться со своим мнением по этому вопросу. И вы знаете о том, что то, что Библия говорит о разводе и повторном браке, не записано в одном лишь тексте. Библия говорит об этом в разных текстах, и нам нужно понимать контекст каждого из этих текстов, где говорится о браке, разводе и повторном браке. То есть сначала нам нужно рассмотреть каждый из этих текстов в контексте по отдельности, а затем сопоставить результаты экзегезы вместе, постараться согласовать полученные выводы. Поэтому я и говорю, что очень трудно нести какое-то служение и при этом избежать богословия.
Может быть, кто-то в вашей церкви из молодежи подойдет к вам и спросит: «Пастор, а как вы думаете, можно ли смотреть фильмы, где показывают обнаженные тела?» И вам придется заняться богословием. Вам нужно определиться с этическими моментами. И вам нужно будет решить для себя вопрос, будет ли просмотр подобного фильма считаться нравственным поступком или нет. Есть ли какое нравственное правило на этот счет? Или это один из тех вопросов, где христианам достаточно непросто определиться? И вне зависимости от того, к какому из двух подходов вы прибегнете, вам нужно будет знать, а в каких текстах содержится нравственное правило, если текст, в котором об этом говорится. И вы должны понимать, что, может быть, есть не один, а несколько текстов, которые касаются этой темы, поэтому нужно рассмотреть их все и сопоставить выводы вместе. Если вы придете к выводу, что абсолютного нравственного правила здесь нет, и это вопрос христианской свободы, другими словами, нету строгого повеления на этот счет, это является тем вопросом, по которому среди христиан нет единого мнения, как правильно поступать, то как вам принять решение, что правильно? И в Писании есть тексты, которые касаются подобных вопросов. Но вам нужно знать, где они находятся, вам нужно проделать экзегезу и сопоставить результаты вместе. И вам также нужно ответить на вопрос, то, чем учит Писание по этому поводу, применимо лишь только к тем людям, которые жили в ту эпоху, когда была написана Библия, о какой бы книге Библии ни шла речь, или здесь заложен принцип, который применим в любое время. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, я хочу сказать о том, что если вы несете служение, вам не избежать занятия богословия. Но даже если вы не несете служение, если вы все лишь стараетесь быть послушным Христу и Его Слову, то у вас возникнут вопросы, а как правильно поступать в этой или в другой ситуации, что есть правильно, а что нет. Что ж, класс, на самом деле не представляется возможным оставаться думающим христианином и при этом избегать систематического богословия. И так как нам все равно придется этим заниматься, то почему бы этому не поучиться и не делать это как можно лучше, а не искать вместо этого причины, чтобы не заниматься богословием. А сейчас я хотел бы остановиться и позволить вам задать вопросы, которые у вас есть по этой теме. Да, пожалуйста. Вот вы говорили о прогрессирующем откровении. А можем ли мы говорить о том, что поздние пророки или последние авторы Нового Завета, такие как Павел в послании к римлянам, или Стефан в 7 главе книги Деяний, делали что-то, что похоже на систематическое богословие, сопоставляли известное до того момента откровение вместе, чтобы передать послание к израильскому народу или показать, что оправдание по вере? Я считаю, что это очень хороший вопрос. И я думаю, что можно сказать, во всяком случае, в какой-то степени, что авторы действительно делали то, что похоже на систематическое богословие. Ведь когда они указывали на тексты Ветхого Завета и говорили о том, что эти тексты исполнились во Христе и показывали, как они исполнились, конечно, при этом они делали гораздо больше, чем просто говорили: «Ну, знаете, сегодня мне пришла такая мысль, или Бог мне сказал, поэтому я говорю вам». И в вашем вопросе я хотел бы подчеркнуть такой момент. Когда вы читаете Новый Завет, то очень ясно можно видеть,
что авторы Нового Завета прекрасно знали содержание Ветхого Завета. И мы видим, что они часто цитировали Ветхий Завет, или если даже они не проводили прямой ссылки, они ссылались на Ветхий Завет. И как вы уже правильно сказали, они сопоставляли то, что хотели сказать по какой-то теме, с тем, что уже было сказано в Ветхом Завете. Да, иногда их выводы отличаются от того, что мы бы ожидали. И это не означает, что мы, как богословы, должны придерживаться такого же творческого подхода к Писанию. Ведь мы не занимаемся богословием, будучи вдохновлены Богом. А эти авторы были. И если бы Бог не хотел бы, чтобы они приводили ссылку из Ветхого Завета или упоминали какие-либо события или людей из прошлого, Он бы остановил их от написания такого. Это бы не стало частью Писания. Но у нас с вами нет такой возможности, какая была у них, иметь такую свободу в толковании Писания. Но, конечно, в какой-то степени авторы Нового Завета выступали как богословы-систематики. И заметьте, что в большинстве случаев эти авторы писали послания какой-то конкретной церкви, в которой были конкретные проблемы. И вот на чем они фокусировались. Конечно, они приводили какие-то доктринальные доводы, но это не было похоже на что-то, если бы они сказали: «Позвольте мне прислать вам книгу, где записаны мои размышления на доктрину о Боге». Или вот я написал книгу по этике, позвольте мне прислать ее вам. И тогда вы поймете, что то, что происходит в Коринфе, не должно происходить. Совсем нет. Павел обращается к тому, что происходило в тот момент, изрекает Божье откровение на этот счет. И порой это включает цитирование каких-то текстов из Ветхого Завета, хотя это бывает и не всегда. Хороший вопрос. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.